4 марта в одном из родильных домов Питера женщина из Таджикистана родила четвернишок. Казалось бы, ничего удивительного, ведь столько случаев уже было рождения нескольких малышей. Но прелесть этого случая в том, что женщине уже 37 лет. Трое из них мальчики, одна девочка. Врачи волновались, что женщина не сможет родить сама, или дети не выживут до назначенного срока. Ведь расстояние еле-еле хватало всем, и был риск потерять сразу всех. Дети чуть не родились на 30-й неделе беременности. Все обошлось благодаря усилиям и пристальному вниманию врачей. Им пришлось делать женщине кесарево, чтобы спасти как ее, так и всех малышей. Все они вчетвером весили всего лишь 7 килограммов. Это облегчало ношу матери, но детки были слабыми. Сейчас детки находятся в аквариумах под пристальной опекой врачей. Они говорят, что никакого риска нет, но все будет лучше, если они некоторое время проведут там. Друзья, я вас очень прошу, обязательно подпишитесь на канал. Это несложно, подпишитесь, и вы будете в курсе всегда о новых новостях. Примечателен тот факт, что это первая беременность женщины. Не было никакого ЭКО, она родила в первый раз и сразу четверых. Чтобы вы понимали, тут вероятность была 1 копейка 700. Вот так вот. Никогда не надо терять надежды, всегда есть дверь, которая откроется незаметным образом.